Я пошел в пенсионный фонд. Откуда у вас такая информация появилась? Заведующий Бабиюк выдал бумагу мне, СУФСИН, колония номер один, подтверждение, что пришла бумага с подтверждением СУФСИН колонии. И на этом основании вот они, ну, оплатить вот эти вот деньги, 19 тысяч. С дедушки с моего сняли 19 тысяч эти. Вот. Я, значит, звоню в УФСИН, в колонию номер один. Мне говорит, мы не знаем, с кем мы разговариваем, приезжайте сюда.